Участников, обещают организаторы, ждет не только неделя упорных матчей, но и заряд бодрости и веселья. Для юных теннисистов подготовили множество развлекательных мероприятий. Спортсмены уже побывали в Олимпийском парке, где все дружно произнесли клятву будущего олимпийского чемпиона. Они пообещали слушать наставников, упорно тренироваться и учиться на хорошо и отлично. Жаркая же борьба за право стать победителем турнира развернулась на кортах Ривьера и Макаренко. Как известно, цель у этих спортсменов одна – заработать как можно больше баллов. А так как данный всероссийский турнир имеет отношение и к Федерации тенниса России, и к российскому теннисному туру, за каждый пройденный этап дети могут заработать достаточно высокий рейтинг. На основании рейтинга они пробиваются к первым строчкам рейтинга в своем возрасте. Попадая в первые строчки своего рейтинга, они попадают в сборную России и попадают к нам же в спортклуб ЦСКА, который занимается этими спортсменами сборной России. Среди участников немало и сочинцев. На курорте, отмечают представители городской федерации, этот вид спорта становится все популярнее. А так как есть спрос, должно быть и достойное предложение, считают новые руководители Федерации тенниса Сочи. Будем изучать сейчас всю стратегию, будем менять все, потому что старое, предыдущее поколение теряет хватку и не хватает для того, чтобы вырастить профессионалов. Будем привлекать новых тренеров, может быть, даже из-за рубежа откуда-нибудь будем привозить. Будем пытаться, чтобы не уезжали наши дети куда-то в другие страны тренироваться, чтобы оно было здесь и чтобы было доступно. В рамках турнира первенства города Сочи пройдут и мастер-классы от ведущих тренеров России Дмитрия Дегтярева и Евгения Савченко.